15 февраля – день вывода советских войск из Афганистана. День, когда последний советский солдат покинул территорию данной страны. Каждый год в эту памятную дату собираются у мемориала воинам-интернационалистам все бывшие воины-афганцы и участники других горячих точек. Большое спасибо хочу сказать вот, ну, нашим ребятам, и Хайдинову Азат Наргичу, вот Зикрину Надиру Фаюзевичу, на самом деле, что вот, вот такое патриотичное направление, работа у нас хорошо в районе поставлена, она ведется, они все время как бы этим обеспокоены, переживают за любой праздник. Я вот обещаю, что мы в дальнейшем вот такие патриотические дела будем делать, так ведь в районе. Надо их усиливать, потому что настроение людей тоже меняется. То, что было еще год назад, понятно, что настроение людей поменялось, как бы, ну, тревоги больше стало, беспокойности больше стало. Но, с другой стороны, патриотизма у населения тоже стало больше. Мы вот это должны поддерживать и среди взрослого населения, среди наших детей. А так, всем спасибо. Вот, ну, вечная память тем, кто погибли. В парке Победы села Николобберезовка состоялся митинг, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов. Почтить память погибших пришли ветераны боевых действий, депутаты Краснокамского района, руководители предприятий и организаций, а также школьники. 34 года назад, в такой же солнечный день, последний солдат ограниченного контингента советских войск в Афганистане пересек государственную границу Афганистана и Советского Союза. Поставленную задачу ограниченный контингент выполнил с честью и с достоинством. И сейчас мои дорогие шурави активно принимают участие в общественной деятельности, в военно-патриотическом воспитании молодежи. Кто, если не мы? Хотелось бы вам всем пожелать крепкого здоровья, семейного благополучия, и чтобы окружающие люди вас приносили вам только радость. Участники митинга возложили цветы к мемориальной плите, почтили память погибших минутой молчания. Собравшиеся не могли не напомнить о том, что сегодня, как никогда, оказывается всесторонняя помощь участникам боевых действий, как со стороны государства, так и со стороны населения. Вся страна поднялась. Женщины вяжут носки, мусхалаты, пацаны собирают, покупают бушные машины, ремонтируют, отправляют. И это здорово, это здорово. Единство, в единстве сила. Мы умеем организоваться в тот момент, когда нам тяжело. Это чистая черта нашего россиянина, русских, советских. Это наше. В Краснокамском районе ведется активная патриотическая работа среди подрастающего поколения. Уроки мужества в школах, тематические встречи и концерты. Все это дает подросткам понимание того, кто такие настоящие мужчины, защитники Отечества. Ко всем своим мероприятиям организация афганцев старается привлекать молодежь, чтобы были широкие массы, чтобы это возымело воспитательное действие в отношении подрастающего поколения по патриотизму, поскольку у нас сегодня ведется специальная военная операция на Украине. И как никогда наши бойцы, которые находятся в окопах, нуждаются в поддержке. День вывода советских войск из Афганистана – это и праздник афганцев-ветеранов, и день памяти и скорби обо всех погибших воинах-интернационалистах. За 10 лет войны через Афганистан прошло около 620 тысяч советских военнослужащих и гражданского персонала. В этой дате отразились верность присяге, служебному долгу, фронтовое братство солдат и офицеров, которые отдали, защищая интересы своей страны, самое дорогое – свою жизнь.